1 января 2019 года исполнилось ровно 10 лет, как ЕГЭ вышел из стадии эксперимента и стал обязательным выпускным экзаменом для всех российских школьников. Автором идеи единого государственного экзамена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования. Именно он начал масштабную реформу. Эксперимент по введению ЕГЭ был проведен впервые в 2001 году в республиках Чувашия, Мариэл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях. В 2002 году эксперимент по введению ЕГЭ прошел в 16 регионах страны. Впервые в Туве ЕГЭ услышали в 2004-м. Как и по всей стране, начиная с этого года в республике проводились эксперименты по проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В этом году в регионе будет открыто 24 пункта проведения экзаменов, в которых будет применяться технология передачи контрольно-измерительных материалов по сети интернет, сканирование печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях. Выпускники 2019 года не смогут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше. Теперь им придется выбрать что-то одно. Также в 2020 году начнется масштабная апробация ЕГЭ по иностранному языку, а в 2022 году он станет обязательным. ЕГЭ по информатике перейдет полностью на компьютерную форму уже в 2020 году. Апробацию новой технологии уже начали.